Привет, ребята! Вы готовы к новым приключениям Angry Birds? Тогда подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео! Яйцеботы схватили Бамблби, и нам нужно взорвать 70 свиней, чтобы спасти его! На задание выходит трансформер Ред. Вперед! Чтобы взрывать яйцеботов, цельтесь в них! Или цельтесь в стеклянные блоки, на которых они сидят. Вот так! Отлично получается! А еще можно целиться в ящики с динамитом. И тогда будет супер огромный взрыв. Вот такой. Вот это да. Трансформер Ред отлично справляется с миссией. И первый этап завершен. Мы уничтожили 19 яйцеботов. Супер! Переходим к следующему этапу. И судя по картинкам, здесь нас ждут яйцеботы, летающие на воздушных шариках. Нужно быть предельно осторожными. Вперед, Ред! Освободим Бамблби! А вот и первый летающий яйцебот. Целимся в него и стреляем. Можно стрелять прямо в воздушный шарик, чтобы яйцеботы падали сразу в воду. Ящики с динамитом, чтобы был огромный взрыв. Вот так с одного удара победили сразу троих. Отлично, миссия завершена. Летим на базу. На этот раз мы смогли одолеть 21 яйцебота. Но мы должны продолжить спасение Бамблби. И переходим к следующему уровню. Снова в бой! Ого, кажется, тут что-то новенькое! Попробуем атаковать его стрелами. Он падает прямо на нас! Ой, нет, как же пройти мимо этих больших статуй?
Кажется, мы побеждены. Что же делать? Необходимо улучшить нашего трансформера. Улучшение завершено. Теперь мы можем становиться машиной. Вот это крутяк! А теперь попробуем снова пройти миссию. Вперед! Бежим! И чтобы прошмыгнуть мимо этих статуй, нам нужно превратиться в машину. Едем! Вот это скорость! Ни одна статуя нас не задавит. Превращаемся обратно в трансформера. Пришло время трансформироваться в машину. Вот это да! Еле-еле успели. Но миссия завершена успешно. Отправляемся на базу. В этот раз нам удалось одолеть 14 яйцеботов. Продолжим спасение Бамблби. Вот так. Погнали! Вперед, Ред, задайте мне яйцеботам жару! Вот в броне. Но его мы тоже смогли одолеть. Главное не сдаваться. Трансформируемся. Отлично. Была нелегкая миссия, но тем не менее мы всех одолели.
отличная была игра. Если вам понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч!